здесь сегодня, в Икуга Могила, дорогие друзья, начинается замечательная программа «Фестиваль «Здоровый город». Он, естественно, организован по инициативе молодых, энергичных и неравнодушных тюменцев. Гости фестиваля смогут сегодня посетить обширную программу поздоровления своего тела и психики, узнают много всего интересного о питании и о том, как правильно подобрать для своего организма физические нагрузки, как следить за своим психическим и физическим здоровьем и многое другое. Также ждем вас на наших площадках. Первого, я бы сказала, по пятый этаж. Подробную программу фестиваля можно получить у организаторов и промоутеров в залах торгового центра. А прямо сейчас, дорогие мои, на пятом этаже начинается мастер-класс Марины Карапетян «Природная краса». Приглашаем очаровательных представителей слабого пола узнать, как без операции, по-моему, это замечательно, избавиться от морщин. Он же был, родом он со Свердловской области, с города Тавда. Группа «Большинков» уже личный проект, или я правильно понимаю? И в творчестве склонность ближе к року. Рок я люблю, но нынче музыка не категорична, поэтому этот человек делает то, что ему по душе. Записано уже 3 альбома у Ильи, и с творчеством можно также ознакомиться в группе ВКонтакте. Поэтому, дорогие друзья, ваши аплодисменты. Илья Японцев открывает нашу программу. Какой команды? Шайф. А?
ты молодец. Я думала, кто-то из гостей сейчас угадает, я ему подарю вот этот замечательный подарок. Ты хочешь, да? Нет, пусть угадывают. Хорошо, ребят, к тому, что это на самом деле команда «Чайф», древняя, моя любимая. Но я думаю, что мы, ребята, продолжим, потому что именно сегодня спонсор фестиваля – это «Ресогарантия», универсальная страховая компания, созданная еще в 91-м году. Сколько ей лет? Боже мой, включаем математику мозг. И начиная с 2009 года рейтинговое агентство «Эксперт.РА» ежегодно подтверждает «Ресогарантию». И исключительно высокий уровень надежности «А2+» максимально возможный на сегодня в России. Служба кредитных рейтингов стандартов «Standard & Poor» присвоила «Ресогарантии» рейтинг BB+. И компания имеет лицензию на более 100 видов страховых услуг и перестраховочную деятельность. И предоставляет широкий спектр услуг по страхованию физических и юридических лиц. Приоритетными направлениями деятельности являются добровольное медицинское страхование, страхование имущества физических и юридических лиц, также ипотечное страхование и автострахование. Адрес в городе Тюмени, улица 8 марта, 2/5. И это все «Ресогарантия», спонсор нашего фестиваля. Но нас продолжает радовать своим творчеством Илья Японцев, лидер группы «Больше двух». Давай, Илюша. А можно вокал чуть-чуть погромче? Землей границу яркой стрелой пересекает скорый поезд. Дыхание времени в пути нельзя услышать впереди, лишь воплощение мечты. Вновь не ждет меня, ждет друга это мягкий полумрак. Слышу рассвету. Увидите их еще, увидите их еще, о-о-о-о. Она велит Эмили, мне не проехать на пути, не служит счастьем пробиться. Желанные мечты. Вновь несет меня сквозь твою комету яркий полумя. С лучом рассвета утренга. Правда, нам вместе суждено увидеть их еще. Головой
Вопрос простой. Все письма здесь, а где же тот, что их доставлял? Вариантов нет, скоро рассвет. Я исчезаю, каждый день таю, будто в плену. Я исчезаю, каждый день таю, будто в плену. Я не найду то, что желаю. Дорогие друзья, это Илья Японцев, и можно еще разочек поаплодировать всем, кто приходит сегодня в ВК «Магеллан». Здравствуйте! Добрый день! Сегодня у нас здесь проходит замечательный фестиваль под названием «Здоровый город». И что сегодня можно еще увидеть на нашем замечательном фестивале? На фестивале приглашены мастера по йоге, психосоматики, кинезиологии, массажисты, психологи, коучи, энергодиагносты, нумерологи, ароматерапевты и многие другие замечательные специалисты. Насыщенная программа фестиваля проводится сразу же на нескольких площадках МФК «Магеллан». На первом этаже, вашему вниманию, мы представляем концертную программу, что вы сейчас услышите и видите, и также наших волшебных, замечательных мастеров. Именно здесь выставка, ярмарка изделий ручной работы на чердачке. И именно сегодня у наших замечательных мастеров можно все приобрести, потому что то, что сделано своими руками, ребята, девочки, вы согласны, да, и мальчики? Это сделано всегда с душой. Можно себе поаплодировать. Все себе поаплодировали, мастера. Вы большие молодцы. Ну и сразу же скажу, что на третьем этаже проходит праздник «Здоровая семья», где работают фотозоны, развлечения для детей, аниматор. Пройдут мастер-классы по правополушарному рисованию, творческие мастерские. И самое главное, любой желающий сможет принять участие в беспроигрышной лотерее. Ну и на четвертом-пятом этажах проходит ярмарка здоровья, на которой представлены полезные вкусняшки, продукция для оздоровления, а также главная составляющая нашего фестиваля – семинары, лекции, мастер-классы, консультации от высококлассных специалистов нашего города. Поэтому, дорогие друзья, присоединяйтесь, проходите на наши площадки и, самое главное, будьте здоровы! Начнется программа на пятом этаже, зал «Треугольник», семинар «Косметика и здоровье». На четвертом этаже начнется семинар «Живая вода», зал «За стеклом». Поэтому можно успеть подготовиться, прийти, забронировать место и получить, ребята, максимум удовольствия. Потому что на фестивале «Здоровый город»
можно сделать все для того, чтобы ты был здоровым, счастливым и успешным человеком. Но основными партнерами фестиваля, дорогие друзья, у нас является выставка-ярмарка «На чердачке», которая, кстати, зародилась в 2011 году. И с тех пор наши замечательные мастера хендмейд радуют тюменцев и гостей города своим творчеством, которое вы сразу же у них можете посмотреть и приобрести. И также этнофестиваль «Небо и земля», фестиваль здоровья, развития, творчества. Мы объединяем людей в атмосфере единства, мировых традиций, крепких семейных ценностей. Поэтому, ребята, мы ждем вас на своих площадках. Маленькая, да? Ну, скажите мне, а... Манжуру, это... танцевать и побеждать в соревнованиях международного уровня, наши танцоры получают, ну, во-первых, начну, типа, вот я бы хотела, стройное тело, правильно? Это раз, ребята. Также навыки публичных выступлений, душевная атмосфера в команде. Также, как говорит Яна Малиновская, наши достижения. Более 300 золотых, ребята, серебряных и бронзовых медалей, титулы чемпионов в Сибири, России, Восточной Европы и 5-е место, можно за это поаплодировать, на чемпионате мира, дорогие друзья, наша Россия, наша Тюмень. Можно поаплодировать, не стесняйтесь, ребят, серьезно. 5-е место на чемпионате мира в голландских танцах, господи. Конкурировать с Ирландией, это прямо феноменально. И поэтому скажу, дорогие друзья, если хотите танцевать на здоровье, приходите и пробуйте, потому что первое занятие всегда бесплатно. Есть на что посмотреть, есть чему поучиться. Опять же, стройное тело, хорошие ноги. Встречайте, школа ирландского танца «Каденса». Ваши аплодисменты. Могут выходить
Вместе с мамой выходите, вместе с мамой выходите, выходите. Серьезно говорю, ребят, выходите вместе с ней. Я так вот говорю, пойдемте, ребята, с нами, пойдемте. Так можно сказать, раздевайтесь. Это не больно и не страшно. Это веселый танец, это не на чемпионат мира, это просто, чтобы провести время с удовольствием. Представьте только, что вы в пабе, вам хорошо, и нет 50 человек, которые вас с упоением разглядывают. Так вот, мы берем правые ручки, даем, нет, стоп, я вру. Мы сначала должны походить стенка на стенку, иначе у нас радость не заискрит. Идем в режиме, сейчас я покажу гениальный шаг. Вспомнили, как мы с портфелем ходили в школе? Раз, два, вот это более-менее простая версия. То есть мы вот так вот прям батл, да? Прям стенка, навали. Нет, давайте так по-доброму, да? Потому что у нас добрый танец. И вперед, вперед, назад, назад. Да, у нас же добрые. Вперед, назад, назад. А вот теперь хватаем правыми ручками человека впереди. Хватаем и поворачиваемся. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, хлоп. Ребята, мне неудобно хлопать в микрофон, поэтому хлопайте вы хорошенько. На 8 хлоп. И другая рука. Нет, надо левые руки. И раз, два, три, четыре. Да. Ну, я быстро посчитала, да, хлоп. Совершенно верно. А теперь мы беремся двумя руками, но, к сожалению, я подам только одну. А это может держать меня за микрофончик, да. И раз, хлоп, да, вот гениальное движение. Пять, шесть, семь, восемь. Сейчас начинается самое интересное. Человек, который стоит в самом конце этой линии. Вообще в теории это линия мальчика. И мы тут все радостно друг с другом заигрываем. Но поскольку мальчиков мы точно сейчас сюда не поставим, поэтому роль КВМ будет исполнять у нас Ярославна. И она бежит вперед и будет подсиживать меня, потому что... Беги. Вот она начинает бежит. Показывает, как она круто танцует и делает грандиозное движение тырыщ. Таким образом, весь танец мы меняемся партнерами. Давайте вы будете держать микрофон, а потом я у вас из-за школы. Побежали, стенка на стенку. 5, 6, 7 и вперед, назад, назад. Это веселый танец. Назад, назад. Правый, раз, два, три. Стоять. Человеку весело. Человеку хорошо. За первый день. Теперь первый. Вы молодцы. Единственное, что вы забываете, что это веселый танец. Тут главное продолжать веселье. А не то, что, о боже мой, я сделал мне это движение. Меня сейчас выгонят из папа с позором и больше никогда не пустят. Ну что вы, да, еще как? Может даже нам наоборот побольше, чтобы веселье у вас не вызывало затруднений. Значит так, я вот для вас почетная миссия, когда вот этот ребенок должен будет сейчас бежать сюда дефилировать, вы, пожалуйста, ему помогите продефилировать. Я, конечно, постараюсь заснимать отсюда. Давайте. Большими тетями. Девочки, вам тоже огромное спасибо.
Ну, я могу сказать, что, может быть, мы сейчас поаплодируем еще разок этим девочкам, дорогие друзья, которые согласились участвовать в мастер-классе. Да ты что? Без проблем. Ну что, мои дорогие, у вас видео, фото, а я пока что... Это вам их. Спасибо огромное. Можете возвращаться на свои места. Спасибо за помощь. Я думаю, в школу ирландского танца мы, естественно, возвратимся, правильно? Вот прямо сейчас. Потому что я хочу, чтобы мои дорогие еще разочек станцевали и показали, что вы умеете делать. Не против. России, Восточной Европы и пятое место на чемпионате мира. Хотите танцевать? Приходите и пробуйте. Я напоминаю, что первое занятие бесплатно. Телефон 611-936. И эта школа ирландского танца находится на Холодильной 124. Тюменская федерация айкидо, им аплодисменты, настоящие мужчины, они покажут вам всю красоту айкидо. Главное в этот момент, огромная просьба, ребята, не ходить вот по этому волшебному розовому полу. Thank you.
Тюменская федерация айкидо с его председателем Михаилом Белкиным, его второй дамой. Сейчас, я бы сказала, в красивых черных брючках. Можно ему поаплодировать, его замечательный напарник, который сейчас как уникально, как гитару падал, у меня прямо сердце замирало, Хасан Зубжанов. Ему тоже аплодисменты за то, что он был большим, большим, замечательным молодцом. Спасибо за помощь. Метафорические ассоциативные карты, колесо жизненного баланса, диагностика. Также проводится, дорогие друзья, на 5-м этаже ароматерапия. И также проводится женская гимнастика и многое другое. Это все на 5-м этаже в рамках фестиваля «Здоровый город». Поэтому приходите на консультации. Лифт работает, подняться можно буквально за 5 секунд. Сегодня, дорогие друзья, в Магеллане у нас проходит замечательный фестиваль «Здоровый город», где мы на всех наших этажах, на всех площадках проводим замечательные всевозможные мастер-классы. Естественно, вся информация у наших промоутеров, и также говорю периодически я, но хотела сказать, дорогие друзья, сегодня до 6 часов вечера будут проводиться замечательные мастер-классы, и все участники фестиваля, я скажу, практически смогут поучаствовать в беспроигрышной лотерее, которая у нас состоится в 6 часов вечера. Что мы там сможем сегодня получить? У меня просто огромное количество сертификатов, у меня прям настоящие сертификаты, да, далее. Поэтому сразу же говорю, что, дорогие друзья, крутой сертификат от замечательного Brightfit на 3 месяца, где все досконально включено. Это сеть фитнес-клубов, которая находится прямо здесь, в Магеллане. И это уникальное место, где вы можете стать красивым, стройным, здоровым. И, естественно, здоровый человек, для него путь к успеху практически рукой подать. Сразу же говорю, сертификат крутой на 3 месяца. Также скажу, что у нас будет замечательный подарок от Бергамот. Это написано «С любовью, ваш Бергамот». Это подарочный купон на 1000 рублей. Серьезно говорю, можно кое-что для девочек хорошее купить. Сразу же скажу, что именно 29 марта, именно здесь, в Магеллане, дорогие друзья, открывается замечательный магазин «Аэрохом», текстиль для дома. И именно сегодня можно выиграть подарочный сертификат на сумму 5000 рублей. Я прям хочу его, да? Все, я его беру и пошла. Зачем ждать 6 часов вечера? Также у нас сегодня, дорогие друзья, от наших замечательных спонсоров будет разыграна проходка, правильно, как я понимаю, на замечательный фестиваль «Небо и земля». Это этнофестиваль, божественный, интересный, семейными ценностями, этническими, культурными, всевозможными мастер-классами, с отдыхом на природе, дорогие друзья. Это прямо замечательно. Также то, что вы видели здесь замечательное выступление от Федерации айкидо, у нас есть специальный сегодня розыгрыш на бесплатные пробные занятия по айкидо. Почему бы и нет? Это замечательно. Здоровые дети – это лучше всего. Также скажу, что наш спонсор, дорогие друзья, это компания «Командор». Если шкаф купе, то настоящий «Командор». Мы разыграем сертификат сегодня на покупку шкафа УП «Командор» на 5000 рублей. И именно эти подарки будут разыгрываться среди тех людей, которые принимают участие сегодня в нашем фестивале. Ну и также большой подарочный сертификат на 1 процедуру экзомассажа стоимостью 1000 рублей. Это Международный оздоровительный центр доктора Олега Шацкого. Кстати, он уже принимал свое участие в нашем прошлом фестивале «Здоровый город». И также я напомню, дорогие друзья, что сегодня именно здесь, на 1-м этаже, представлена наша замечательная команда мастеров «Хэндмей», которые творят красоту своими руками. Называются эти ребята все дружно «Дивули на чердачке», и они творят красоту своими руками, за что им огромное спасибо. Я скажу по-честному, периодически хожу и покупаю ваши вещи. Но почему бы и нет? Все, что сделано своими руками, это сделано с любовью и с теплом. Ну и также напоминаю, что, дорогие друзья, спонсор фестиваля «Ресса Гарантия», универсальная страховая компания, созданная в 1991 году. Начиная с 2009 года, рейтинговое агентство «Эксперт.РАИ» ежегодно подтверждает «Ресса Гарантию». Исключительно высокий уровень надежности, максимально возможно на сегодня в России А++, и служба кредитных рейтингов «Стандарт энд Курс» присвоила «Ресса Гарантия» рейтинг BB+. Компания имеет лицензии на более 100 видов страховых услуг и перестраховочную деятельность, и предоставляет широкий спектр услуг по страхованию физических и юридических лиц. Приоритетными направлениями деятельности являются добровольное медицинское страхование, страхование имущества физических и юридических лиц, ипотечное страхование, автострахование. Эти ребята находятся в городе Тюмени на улице 8 марта 2/5.
Ну и скоро, дорогие друзья, к нам подойдут наши замечательные зебрики. Они готовятся, они красятся, и буквально через пару минут они здесь будут. Но пока что хочу сказать, что именно в 2 часа, дорогие друзья, у нас начинается беседа-лекция об особенностях сибирского сыроедения без острых углов и подводных камней. Это 4-й этаж, зал за стеклом, и зал-треугольник, 5-й этаж, мастер-класс по древнейшей китайской гимнастике цигун. Поэтому, ребята, Лиана, ваши аплодисменты, дорогие друзья! Фестиваль «Здоровый город» объединит восточную и западную медицину. Массажисты, остеопаты, неврологи, психологи, мастера йоги, цигун и другие специалисты расскажут, как состояние вашего физического тела тесно связано с событиями в вашей жизни. Приходи в торговый центр «Магеллан» 24 марта. Телефон 71 77 81. Но я, наверное, дорогие друзья, повторюсь, потому что в течение дня... В холле 5-го этажа в рамках фестиваля «Здоровый город» проводятся консультации врачей клиники семейной остеопатии доктора Аптекаря. Всем говорю большой привет, кто недавно посетил наш МФК «Магеллан». Именно здесь сегодня проходит фестиваль «Здоровый город». Сразу же можно сделать выводы о том, что здоровый город, здоровые люди, и счастливые наши будущие поколения. И сразу скажу, дорогие друзья, вот сейчас нужно... Это родители, наверное, включили телефоны, да?
Понятно. Сразу же говорю, дорогие друзья, дорогие взрослые, сейчас приготовьте ваши руки, потому что именно этим ребятам нужна будет ваша поддержка. Потому что чем громче мы, ребята, будем хлопать, тем им легче будет выступать. Сразу же говорю, что именно здесь присутствует замечательный руководитель студии «Релиз», художник, руководитель детского танцевального коллектива «Стиляги» Александр Ткачев, это выпускник кафедры спортивного эстрадного танца Тюменского государственного института искусств и культуры. Кстати, завтра день работников культуры. Я тебя поздравляю с наступающим праздником, Саша. Обладатель бронзовой, серебряной и золотой медалей российских дельфийских игр и страны СНГ в составе театра танца Академии. Участник церемонии открытия 22-х зимних Олимпийских игр в Сочи 2014. Лауреат и призер многочисленных областных российских фестивалей в направлении хореографии. Обладатель золотых медалей на первенстве России, на Кубке России, среди команд Formation по латиноамериканской программе, дорогие друзья. И его маленькие, замечательные звезды, стиляги, они готовятся. Номер у них идет, как я понимаю, зеблики. Ребята, искупайте их аплодисментами. Молодцы. Упал. Поэтому имейте в виду, дорогие друзья, что...
Сегодня не будем, это тема отдельного семинара. А что касается питания, мы действительно никого не призываем, и сыроедение — это такая сложная тема, которая уже много-много раз была дискредитирована, потому что люди неправильным сыроедением сажают здоровье себе очень быстро. Скрытое голодание идет, ресурсы уходят. Причин может быть много, но на практике множество случаев, когда сыроеды голодали неправильно, и поэтому потом кончалось все это какой-то жестью, больницей, реанимацией и так далее. Поэтому мы наш рацион, о котором мы сегодня будем рассказывать, назвали природное едение. Оно отличается от традиционного сыроедения, если вообще бывает традиционное сыроедение. Отличается тем, что мы не ограничиваемся только продуктами растительными, по причине того, что мы приматы, а приматы у нас, значит, кушают не только растительную пищу, но зато только сырую. И обо всем расскажем подробнее. Итак, мы, поставив эксперимент в 2012 году, летом у нас было все очень хорошо, повысилась осознанность, улучшилась фигура, самочувствие, тонус, уменьшилось время на сон и так далее. Было здорово. Мы тщательно, медленно жевали, кушали утром и днем, и заканчивали ужин не больше 6. И все было очень здорово, но потом у нас началась свадьба 6 сентября. Угадайте, что там было на свадьбе? Да, да, там была полная ломка всех. Ну, мы, правда, трезво встретили, конечно, пили только сок, вот, картошечку с грибами, все такое. Но все-таки мы нарушили все режимы, и потом у нас начался маленький медленно работало, и действительно начинались положительные изменения в жизни. Ну, и еще аффирмации можно петь, конечно. Если говорить вас не вдохновляет, вы можете придумать какую-нибудь мелодию и напевать. Может быть, мы расскажем, какие преимущества получили за сыроедение? Сыроедение, я сказал, все, давай, я давно хотел. Правда, очень много слышал о том, что есть куча всяких ошибок, но, тем не менее, ошибок этих избежал. Сейчас я найду перечень ошибок. Ты пока, пожалуйста, расскажи, как мы переходили. Интересный вопрос. Но на момент того, как мы решили перейти, мы просто постепенно, где-то года два, увеличивали долю сырого. Мы полюбили сырые салаты.
Ну, понятно, что помидоры и огурцы нетрудно полюбить, а мы также салат из корнеплодов очень, это полезно для кишечника, это очищает, то есть это такая метла для кишечника получается. Вот. И просто мы к этому моменту постепенно увеличивали долю сырого. Мы изучали, там, я, по крайней мере, ну, мы хорошие. Рецепты разные, то есть соус можно, салат можно съесть вкусно с соусом, то есть можно масло с, допустим, с лимонным соком смешать. Вот, это все мы изучали, к этому шли постепенно. Ну да. Это наш смартфон. Давайте я... Сыроед? Да. Лакта. Значит, изучал я достаточно долго этот вопрос. Мои родители первый раз в 96-м году или в 95-м решили на год заскочить. Но наделали кучу ошибок и с ужасом ушли. Написали книгу по сыроедению. И потом очень долго, значит, к этому относились с большой осторожностью. Но вот мама где-то в 2015 году сказала, что постепенно улучшала свое сыроедение. Основная сложность была в том, что сильно очень нахимичены фрукты привозные. На сухофруктах есть и на орешках всякая микроплесень и так далее, которая фунгус называется, это грибки. Тоже как бы сложный момент. Вот. И, в общем-то, и зелень, и всякое такое, все это зимой достаточно сложно. Ну и, в общем, она разработала свою систему, подключив приусадебные яичные желтки, в которых она нашла все витамины, все микроэлементы и В12, и все на свете. То есть с помощью этих желтков она все вопросы практически с сыроедением перекрыла, за исключением переизбытка каротина. Желтки яичные, приусадебные курицы, которые кушают зерно и траву. Мы из их яиц берем желток сырой, добавляем специи, размешиваем и кидаем овощной салат из приусадебных корнеплодов. И отлично. Если это все хорошенько прожевать, капустки туда подрезать. Это же просто песня. Но только если есть микрофлора, которая готова все это усваивать. Потому что существует такое мнение, я его поддерживаю, что человек питается не едой, а микрофлорой. А вот уже микрофлора питается едой. То есть микрофлора, она бывает разная, есть гнилостная микрофлора на такой пище, на тяжелой очень. Есть грибковая, если человек сладкого много ест, если протеильная, если он там какие-то квашеные ест продукты и так далее, дрожжевые. И есть микрофлора, которая называется E. coli, это симбионтная микрофлора. Она кушает приусадебные овощи, хорошо на них растет, ну, видимо, фрукты хорошие, бесхимичные тоже. Она боится химии и боится другой всякой еды, которой она не готова. И эта микрофлора очень капризная, редко ее трудно вырастить, но если человек ее вырастил, то дальше все уже хорошо. Он дальше будет сытый, он дальше будет не мерзнуть, вес терять не будет, тонус у него будет высокий, энергия нормальная, все будет, он жизнерадостный, хороший, веселый, здоровый. Вы ребята не разорвете. Поэтому, в отличие от вибромассажеров, основное отличие биомеханической стимуляции – это то, что первая вибрация происходит вдоль мышцы, то есть так, как она идет в самой мышце. Вот, в отличие от массажеров, там только поперек. Второе – вибрация происходит на напряженную мышцу. То есть если вы вспомните школьный курс физики, возьмете банальную струну на гитаре, то есть если можно передать вибрацию, то в том случае, если она натянута. Вот, через ват вибрацию не передать. Поэтому вот все попытки вибрации на расслабленную мышцу, это максимум, ну, действительно, на кожный покров. Это все. Дальше вибрации не передаются, потому что в вате вибрацию не передать. Вот. Ну и самое основное вот, суть методики, это то, что вибрация происходит на той частоте, это порядка 15 исследований, на которой работает сама мышца. Потому что любая другая вибрация с другой частотой, она уже становится вредна для организма. То есть, знаете, все профессиональные заболевания тех, кто работает с обойными мотками, с неевым инструментом, вот. То есть у них там... Славы и все такое. Да. Здесь точно была высчитана вибрация. То есть, скажем так, вот те частоты, на которых работает лимфатическая система, это порядка 18-20 Гц.
Вот. И работа мышцы это от 20, там, ну, 28 примерно герц. Это вот то, та частота, на которой работает клетка внутри мышцы. То есть как только она получает вот этот вот волновой вибрационный сигнал, она начинает отрабатывать. То есть как только клеточка начинает активно работать, она начинает активно поглощать все, что есть вокруг питательного. То есть вот на этом принципе у нас есть программа, которая называется такой там, встроенный силуэт, это локальная липосакция. То есть запасы жира. Ну, поскольку жир это концентрированная энергия, особенно на сегодня день. Это самое сложное. Да, это вот самое сложное, потому что да, когда мы будем весь организм, то он периодически может быть начинает даже производить мышечный питание, оставляя вот эти запасы, как аналогом этого упражнения, простейший перегрев, просто обычный бег трусой. Когда мы, если мы в таком темпе бежим, не спеша, да, если мы расслабляемся, у нас за счет мелких вибраций спокойненько вот, происходит восстановление, вот, укладывание на место всех органов, которые находятся там. Вот. Ну, или вот 3 минуты занятий на аппарате. Когда мы работаем вот, с мышцами живота, то есть, ну, опосредованно, то есть мышцы пресса задействованы, вот у нас начинает очень хорошо работать выделительная система. Если человек, который пришел на занятие, опустился на аппарат, если он перед этим не посетил санузел, там, торопился самый, вот, то после там, первых секунд воздействия этот, он срывается и бежит туда, куда он не дошел. Вот, потому что происходит очень мощное наполнение всех органов, то есть там и почки, и печень, там всякие простаты мужчин, то есть это все очень мощно наполняется кровью, то есть все начинает работать так, как оно должно работать. То есть все то, что мы, исходя из нашего сидячего образа жизни, тоже не всегда можем дать нагрузку. Вот. И не любыми тренажерами и гантелями можно нагрузить как каждую мышцу. Вот. То же самое, как вот на лицо не подвесишь никаких ни гантелей, вот, и внутрь себя там не загонишь, ни гирю. Это... Сейчас скажу, финики, зеленая гречка с сладким продуктом. Что вот это самое вкусное у меня. Жизненная ситуация так сложилась, что мне пришлось самому печенье.